Всем привет, друзья! Меня зовут Роман, вы на канале Трач Онлайн. Сегодня хотел бы вам показать распаковочку посылки, которая пришла мне с сайта AliExpress. Заказывал я ее 24 дня назад, то есть шла она 24 дня в Украину. Оценена она китайской стороной в $5. Вес ее составляет 100 грамм, заявлено. Я ее чуть подрезал уже, чтобы не отнимать вашего времени. Значит, я заказывал фонарик. Фонарик я заказывал неспроста, потому что мой фонарик приказал долго жить, но чем-то где-то подсветить нужно. Значит, вот такой вот фонарик. Еще какой-то конвертик и крепление, я так понимаю, на руль. Почему оно такое? Может, на ствол, не знаю. А, оно поворачивается, значит, все-таки на руль. Так, в конвертике у нас находится зарядное устройство. Зарядное устройство, как видно, не универсальное, то есть оно именно под аккумуляторы 18650. Универсальное зарядное устройство здесь имеет такие пружинные еще контакты, которые раздвигаются на нужный вам размер аккумулятора, то ли это 18650, 18350, 26650 или же 14500. Вот, это именно на 18650. Здесь видим светодиод. Я думаю, светодиод горит красным при зарядке. После зарядки при достижении аккумуляторов напряжением 4,2 вольта переходит в режим, значит, уже сохранения, то есть зеленым светит. Это хорошо. Ну и, собственно, сам фонарик. Фонарик я покупал за $12, 12,5, что-то там, 12,60 с чем-то. Покупал не просто так, а потому что мне пришел купон на почту, и там было написано, что в связи с каким-то там китайским, не знаю, чего-то у них, значит, мне дается скидка $4. И мне просто жаль было терять эту скидку, и я заказал фонарик. Были бы еще скидки, я бы еще много чего заказал, но пока вот фонарик. Значит, смотрите, здесь шнурочек такой интересный. Включается-выключается он здесь. Фонарик линзованный, линза толстенькая такая, вот где-то около 5 миллиметров. И светодиод стоит XML-L2. Это уже лучше, чем T6, но хуже, чем V6. И, соответственно, P50 и P70. Но тоже неплохо. Давайте посмотрим. О, 20 аккумуляторы 18650 довольно неплохого качества. Написано, что 6000 мАч. Ну, естественно, это бред. Я думаю, от силы полторы. Ну, наверное, и полторы не будет. К сожалению, измерить емкость аккумуляторов нечем. Пружинка тугая. Поэтому будет так, как есть. Давайте включим его. Есть 5 режимов свечения. Нажатием одно нажатие включает, второе нажатие выключает. Но если вы включили и будете нажимать такими маленькими, чуть-чуть так прижимать, оно просто меняет режим. Вот, например, это максимальный режим. Теперь чуть-чуть нажимаете, оно светит где-то 75% яркости. Это в 50% яркости. Дальше режим стробоскопа, режим SOS, 3 коротких, 3 длинных.
И снова яркий максимальный режим. И выключаете. Есть также зум. Вот. Вы себе можете отдалять, приближать. Рефлектора здесь нет, но линза от самого светодиода отдаляется, приближается. На навес фонарик имеет где-то около 250-300 грамм. Довольно увесистая машинка. Можно кого-то даже вот при необходимости в ночное время кто-то пристанет, можно кого-то даже и рубануть. Ненавязчиво, скажем так. Вот, такой вот фонарик. Ссылку на продавца я оставлю в описании. Продавец отослал, бесплатная пересылка была компанией E-Packet. Отслеживалось на всем протяжении исследования, как по Китаю, так и по Украине. Дошла довольно быстро, я говорю. Ну и, в общем-то, всем я доволен. Поэтому вот такая вот была наша сегодняшняя посылочка. Кому будет интересно, переходите, смотрите. Комментируйте, как всегда, ставьте лайки. Еще увидимся. Всех до новых встреч, ребятушки. Всем пока.